В том доме было очень страшно жить. И ни камина свет патриархальный, ни колыбелька моего ребенка, не то что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась. И оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакой царапался у двери или в низкое заглядывала окошко. В то время, как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье, по чьими тяжеленными шагами стонали темные лестницы ступени, как о пощаде жалобно моля. Теперь ты там, где знают все. Скажи, что в этом доме жило, кроме нас?